Меня зовут Олеся, и сейчас я учусь в Таллинском университете, скоро буду режиссером. И мой совет, как выучить эстонский язык. В первую очередь, с помощью практики. Разговаривайте больше, общайтесь, ходите в театры, посещайте мероприятия. И, например, такой совет есть: берите эстонские газеты и просто их переводите вместе со словарем или без словаря, это уже как удобней. Спортивные, культурные новости, чтобы больше набирать словарного запаса. И тем самым уже в течение, может быть, года у вас будет достаточно хорошая база, и так дальше вы будете развиваться. Так что успехов вам, все будет хорошо.